Твери открылась масштабная художественная выставка «Арт-прорыв-2024». В этом году количество участников и работ поражает. Порядка 70 авторов и более 1000 работ. Открытие, которое прошло накануне в Тверском городском музейно-выставочном центре, посетили десятки ценителей искусства. В числе почетных гостей сенатор Российской Федерации Людмила Скаковская, депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Васильев и летчик-испытатель, космонавт Сергей Корсаков. Как это было, увидите в репортаже с места событий. Арт-прорыв пользуется большой популярностью у тверичан. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, куклы, игрушки, украшения, различные художественные аксессуары. Все это можно увидеть на каждой выставке. Хотел бы поздравить всех жителей Твери и гостей города с долгожданным событием, ежегодной выставкой «Арт-прорыв». Она у нас седьмая уже по счету. И с каждым разом динамика все больше и больше. И в этом году у нас почти 1000 работ и 70 участников-художников, работающих в различных абсолютных стилях и техниках. Выставка приросла новыми именами. В этом году количество участников и работ поражает воображение. Порядка 70 авторов из Твери, Тверской области и Москвы. Это настоящее культурное событие. Раз в год действительно собираются очень многие творческие кадры. Одни из самых лучших художников Твери, Тверской губернии и Москвы для того, чтобы показать свои самые лучшие творения, самые свои лучшие картины. А это стоит дорогого, на это стоит посмотреть. Я на самом деле выставляюсь в этом проекте с 2017 года. Каждый раз это праздник для нашего творческого объединения «Перекресток». Участие в этой выставке, оно так приносит много новых впечатлений, каких-то творческих задумок, идей. И общение с авторами, оно вот обогащает каждого художника. Поэтому мы очень любим наш проект. Я участвую в арт-прорыве уже, наверное, 5-й раз. Мне очень нравится общаться с художниками, с местными. Вот. И мои работы представлены в стиле классика с импрессионизмом. В арт-прорыве я участвую не один год, уже, наверное, раз 7. У меня представлен здесь декор, техники декупаж и текстильные вещи. Масштабная выставка «Арт-прорыв-2024» в Тверском городском музейно-выставочном центре будет работать до 17 марта, поэтому ее совершенно бесплатно сможет посетить каждый желающий и прикоснуться к прекрасному.